Друзья, привет! Я тут с ужасом обнаружил, что у меня больше 30 тысяч друзей. Как-то вот цифра такая 31 тысяча, что-то вроде как циферка, да? А вот подумайте физически, да, вот если нам всем собраться вместе, что это будет? Это будет стадионище какой-то, да, огромный, просто реально. Я не знаю сколько, ну прям Лужники московские, да, наверное. Нет? Дядя Яша сзади мне что-то подсказывает, говорит. Локомотив, стадион Локомотив. Вот, представляете, сколько нас людей. И это, с одной стороны, пугает, а с другой стороны, вот мне не дает заднюю включать никак, просто зная, что перед сколькими людьми я опозорюсь, да, это будет, конечно. Иди ну, работай, потерять столько иди друзей, я не готов. Друзья, очень вам огромное спасибо за то, что вы мне помогаете. Со вчерашнего вечера, во-первых, мне и денежек накидали. Уже даже там на один месяц 100 пудово как бы, хватит нам аренду заплатить в будущем как бы, да, помещении. Мы сейчас активно этим занимаемся. И плюс вы достаточно хороший интерес проявили вот, к продаваемым аквариумам. Понятное дело, что это шара, как бы, да. Но все равно спасибо вам за это. И очень много вопросов, на которые я вот, ну, не успеваю физически отвечать на такие вопросы. А какой размер там вот этого аквариума? А какой размер там вот этого аквариума? А что за фильтр? А какая цена? Поэтому сейчас я решил сделать ролик, дабы просто, ну, вы его посмотрели и поняли, какой аквариум вы там хотите. Давайте начнем просто. Что продается, друзья? Значит, это все рабочее мы продаем только потому, что мы хотим переделать нашу систему. То есть вот эти большие аквариумы, все, которые здесь стоят, они в работе не принимают никакого участия. Вся рыба, которая разводится, она разводится там, ну, поменьше в баночках. Просто здесь ее ловить неудобнее. Это, ну, аквариумы для красоты, что как говорить, такого объема. Только поэтому они продаются. Значит, смотрите, вот здесь вот нижний. Ну, давайте с гурамыча начнем. Гурамыча. 1,50 м аквариум. Вот так вот. 1,50 м. Вот так вот. 75. И вот так вот 50, по-моему, или сколько? 55 сантиметров. Вот так вот, друзья. 55 сантиметров. У него еще вот такой фон есть, такой вот странного вида. Дядя, просто опусти камеру вот так вот, да, чтобы она на стабилизаторе. Этот аквариум стоит 8000 рублей, друзья. Итак, 8000 рублей. К этому аквариуму идет фильтр. Ну, можно отдельно. Вот так вот давайте. Дядя, что так подержишь, она так опустится. Фильтр это у нас Акваэль. Какой-то там 700... Я не знаю, видно будет. Unimax 1700. Все 700, ФЗКН 700. И у нас их таких две штуки. Две штуки, по-моему. Вот. Как минимум. Да. Короче, они по пятерке. Они там на меня, посмотри, дядя. Они по пятерочке, на них вертикально руку поставь. Нет, саму руку поставь. Два. Дядя, я шучу, как снимать. Они по пятерочке, в них там наполнители какие-то есть. Ну, наполнители, я даже не знаю, какие-то блатные наполнители там с обычным керамзитом могут. Ну, ящик там блатного какого-нибудь, хайма, и ящик там, например, керамзита. Ну, и губки там, все как полагается, там родные. А, значит, этот такой же, точно такой же аквариум, второй. Но вот этот за 6 тысяч, друзья, продается. Вот это. Другие стяжки? Нет. У него здесь деградация герметика, поэтому его в принципе на это самое. Он просто без гарантии продается. Он не течет, ничего, все с ним в порядке. И такой же третий есть аквариум, в стеклах стоит, можем вам собрать по той же цене 8000 рублей. То есть у нас есть стекла, можем собрать вам такой аквариум и его вам, ну, продать, собственно говоря. Там неделя где-то Герметик застыл. Значит, верхний аквариум. Размер 1,60 м. Так вот. Высота у него 58 высота. И ширина у него, друзья, 65 сантиметров. 65 сантиметров высота. Не, я опущусь. Вот значит, он тоже 8 рублей стоит. Этот, друзья, продали. Человек сегодня до вечера хочет за него денег оплатить. В резерве? Не, не в резерве. Ну, короче говоря, если он оплатит, то он уйдет. Ну, как бы вот так вот.
Этот тоже уже продали, аквариум из просроченного герметика. Ну, мы с гарантией, все аквариумы, которые здесь есть, они будут с гарантией. Ну, имеется в виду вот такие, как просроченные герметики. Так, этот аквариум 1,80 м. Ну, так, поверьте, 1,80 м на 60, по-моему. На 60. И так 80 сантиметров. Ширина 80 сантиметров, друзья. Ну, это десятку стоит. Вот этот вот аквариум, так, 2 метра, и так вот, двухметровый, да, не показано. 2 метра на 70 и здесь на 70. 70 на 70 на 2 метра. Это тоже плексовая банка. Плексовая банка, легонькая. С железным каркасом. Да, и каркас у нее железный такой же. Ну, вот, как есть, так и есть. Чисто аквариум и металлический каркас за сколько там, 15 тысяч рублей. Ну, естественно, без растений, без грунта. Тогда без газа, без света. Так, это то, что касается здесь. Значит, есть вот такой вот фильтр здесь. Значит, он называется, вы просто спрашиваете. Он называется Эхайм 20, блин, я не помню как. Как помпа, короче. Вот такое ведро и есть помпа. Литров на 40, на 30. Литров на 40, да. За 15 продадим вам такой фильтр. Значит, есть фильтра тетрики. Тетра 700-й, 2500. Друзья, две штуки таких есть. Есть еще тетрики 1200, которые тетрики. Они по 3000 рублей, но их осталось... Неизвестно сколько. Две, по-моему, штуки осталось все. Было 5 или 6, две, по-моему, только осталось. Остальные уже, ну, как бы заплатили за них. Вот. Трехсекционные. Да, пойдемте, у нас еще здесь вот есть. Значит, вот такие аквариумы трехсекционные. Они из шестерки сделаны. Мы их делали. Здесь вот сеточки. Переливные. А ты можешь вот здесь вот тыкать, и тебе будет видно. Значит, ну что там? Горло в сливном уже. Один уже даже готовлен. Да, рубля, ну по 2,5 отдадим. То есть вот так вот. И тетрики, тетрики вот. Тетрики. Второй тетрики. Друзья. Короче говоря, эти аквариумы, ну, просто вот отдаем за 2,5, как бы. Они тоже с гарантией, это мы их клеили, и все такое. Они просто, ну, совсем нам не форматные, нет. А, значит... Комплект стекол. Не надо это. Это стекла мы на сам выпустим. Ну, то, что не продадим, какие аквариумы не продадим. Это банка. Да, кстати, штербики отмекали. Сидят там, нет, ты так не покажешь. Штырбики, да, сидят по тому же самому принципу, как в предыдущем ролике, друзья. Отметали штырбики, вот сегодня их буду убирать. Дядя Яш, пойдем дальше. Значит, аквариумы, которые в коридоре, друзья, вот этот вот аквариум. Он с крышечкой, даже у него есть свет. Значит, 1,20 м он. Потом весь вместе с пластиком на 60. И ширина у него 40. Вот такой вот аквариум. Здесь малавийские цихлиды сидят. И боятся. И боятся, да. Вот. Ну, за такой аквариум мы хотим 7000 рублей вместе со светом. Значит, вот такие вот аквариумы. Их у нас 3 штуки. Значит, 1,25 м. Длина. Высота 70, ширина тоже 40, а, наверное, даже больше, 45, друзья. Ширина у них, их 3 штуки, и за них мы хотим по пятерочке. Вот. Ну и больше 300 литров. А, по поводу фильтров, друзья, значит, фильтра все, фильтра все целые, все хорошо с ними, ну, в особенности тетрики. Но они у всех фильтров, они не текут, у них даже резинка там поменена. Но не у всех фильтров, те даже кто, чтобы купил, понимали, значит, вот эти вот штуки не родные могут быть. Собирали вот. Из того, что попало. Да, из того, что попало. Ну, они вам и уедут вот так вот, как они есть. Где-то там сеточка сломана, где-то шланги короткие, поэтому... Шланги есть отдельно, в принципе, по длине. Кому надо подлиннее там шланги, ну, пишите. Ну, это касается только тетрик. Вот. Что касается этот аквариум, многие спрашивают, пока, значит, не продан еще, поэтому
Значит, его длина 1,50 м, по-моему. Ну-ка. Да, 1,50 м. Высота 1,05 м. 1,05 см. 1,05 см. И ширина 70, по-моему. Да, 70 сантиметров ширина, друзья. Это тонна 100 где-то вот так вот. Очень высокий аквариум. Значит, за 12 тысяч рублей. С пираньями за 22 тысячи рублей. А пираньи? Отдельно стая пираньи 12 тысяч рублей. Это классная стайка просто. Ну, сейчас, ну, рабочая. Да. Ну, кстати, да. Ну, почему-то давно мы не видим, что они летают. А им скучно. Ну, может быть. Значит, еще, друзья. Еще аквариумы вот эти вот. Это 1200. Значит, я так скажу, так 2 метра в длину, вот так, 2 метра, высота у него 75 сантиметров, 75, и туда глубина 80 сантиметров, друзья, да, 80, два аквариума такие. Они одинаковые абсолютно, да? Они абсолютно одинаковые, да, они нами отремонтированы, оба аквариума. Но составное усилие. Это покорми рыбку, загадай желание, первые аквариумы. Они их почему-то, они у них то ли потекли, ну не мы их делали просто, они у них там потекли, они их хотели выбросить, мы их забрали, короче, переделали полностью, ну, такие банки. Стекло, двенашка, пилкинг, то есть вот так вот это выглядит, стяжки. Мыть мы их не будем, просто сольем, если вы их берете, ну просто некогда, друзья, то есть, здесь кальций налет не будет, если их убирать, уж там как будет сами. Дороги осыпятся. Да, по 12 тысяч рублей. Значит, цены я все говорю с условием самовывоза. То есть, ну, эти аквариумы надо еще каких-то грузчиков, видимо, будет, да, нанимать там плюсом. Вот, какую-то там транспортную компанию, если вы где-то находитесь. Ну, вот так вот. Такие небольшие аквариумы, ну что, есть я, да, дядя Леша, мы их вытащить сможем, машину там погрузить, если от вас придет без проблем. Вот этот аквариум тоже продается с панорамным стеклом. Он длиной 1,50 м, короче, длиной, высотой. Ну, это классный аквариум, красивый, на самом деле. Ювель или кто был? Нет, это не Ювель. 67 и шириной. Ну, ты по центру бери просто. По центру, наверное, там 60 где-нибудь будет. 60, да, 60. Классный панорамник, он у нас когда-то был травником. Ты что там показываешь, дядя Яша? Откуда я знаю, что я показываю? Дядя Яша что-то показывает вам там. Вот этот аквариум, панорамник такой. Там с турисомочки сейчас живут. Ну, да, типа, портовка. Да нет, у него крышки, да. Это просто так, остатки были. А вот у нас тонечки. Тонечки вот такие вот. Стекло, дренажечка на них. Так, дядя Яша, давай снимай. А ну что снимай, давай я дальше тогда что. Еще один вот такой Эхайм. Ну, у этого крышечка вот есть. Видите, да? У него вот здесь. Такой же, как там. По той же самой цене. Значит, флювал. FX5 есть и есть FX6. Они по десятке, друзья. Ну, у них полный комплект, в принципе. Фланги там, вот это вот, засоски. Все как полагается. И вот эти большие фильтра, друзья. Эхайм Professional 3 трехсосковый. Это по двадцатке, которые я вам вот говорил, они вот есть. Такие. У нас их всего 4 штуки. Всего 4 штуки. И у какого-то одного вот здесь вот сосочек сломан, и нами был там переделан. Вот. Ну, работает, не течет, все как бы в порядке. А, ну вот, кстати, от него засосы тоже, видите, такие разномастные. Тоже, ну, вам все как бы. Без его этого засосы вот такие вот сделаны из каких-то там трубочек. То есть вот этих вот входных, выходных не у всех есть. Дядя Яш, что у нас там еще, в принципе? Тумба в подарок. Нет, тумба. Тумба. Я даже покупатель отказался от этой тумбы. Ну, забрали аквариум у нас, а тумбу... На дрова. Парни, да, стопить ее куда-нибудь. Я не знаю. Эти аквариумы пока не знаем, тоже будем продавать, не будем. Хочется что-то и себе оставить. Тоннички, да. Посмотрим. Пока вот это, друзья, продаем. А здесь у нас ничего. Ну, вот тоже тетрики вот здесь стоят. Они все, ну, пойдут в работу. Вот видите, уже здесь вот как бы они со шлангами вот с такими. Мы их осушаем, они у нас работают. Да, они рабочие все, не текущие. Мы их спецом не осушаем.
Ну, вот так вот. Друзья, ролик исключительно сделан для того, чтобы ну, каждому вот, не сообщать, какой аквариум, с какими размерами. Поэтому вот так вот. Друзья, спасибо, что вы есть. Спасибо за то, что вы помогаете. Мы не сдадимся. Вам покажем, как мы чего там переезжаем. В любом случае, у нас варианты есть. Сейчас рассматриваем все такое. Все, спасибо, пока.